Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео дневник день за днем. День у нас сегодня 4 июля 2013 года. Время около 8:30, иду домой с работы. Вот. Главная новость сегодняшнего дня. Меня, оказывается, с 1 июля повысили до старшего консультанта. Представляете, я даже не был в курсе. Сегодня коллега говорит, смотри, там на сайте на нашем внутреннем показано, да, Ермоленко Игорь, старший консультант. Вот так вот, вот. Не прошло и 8 месяцев до очередного повышения, а я беру и увольняюсь, да? Вот так вот надо. Люди годами ждут повышения, а я бах, повысился и уволился. Как бы это самая главная новость сегодняшнего дня. Весь день занимался таунхаусом в коттеджном поселке Бристоль, недалеко от города Московского. Вот такие дела. Так, на улице было душно сегодня, облака и жарко. Вот. Все, на этом все. Коротко, ясно. Все, всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. Arrivederci.